Так, мы набрали цвет, набрали форму, у нас есть колорит, у нас есть общая масса. Вот, и работа уже просохла. И тут видны, значит, уже те нюансы, оттенки, тот слой краски, который нам здесь получился. Вот. На что это похоже, я не думаю, что стоит об этом говорить. У каждого свои ассоциации по технике, по материальности этого материала. Вот. И, значит, на чем сейчас можно продолжить? Значит, продолжить у нас как бы уже то, что есть, это уже есть, уже все есть. Остается только продолжить, то есть добавить то, чего нет. Вот. И сейчас мы этим и займемся. То есть мы будем прорабатывать детальки и уточнять форму каждого цветочка. И чуть-чуть форму, добавим фон, нижнюю часть, вазу немножко. И все. И то есть, что я хочу сказать, что у разной техники, у разных материалов, у разных концепций подхода к живописи есть свой предел законченности. То есть мы не будем делать из этого гиперреализм, просто мы посмотрим на освоим, и чтобы почувствовать прелесть и технику, и качество этого материала акрилика. Продолжим. Так, теперь по ходу можно взять еще более меньший размер кисти, и уже можно дорабатывать детали, прорисовывать тоже форму. Так, сейчас я буду прорабатывать детали, вот здесь, те, которых не хватает, я буду дорисовывать. Я сделаю чуть-чуть камеру поближе, и теперь уже можно дорисовывать и обрабатывать немножко форму, и доводить до какой-то конструкции, до какой-то формы. Вот, теперь уже можно пользоваться палитрой для деталей. Лучше всего, конечно, взять и использовать палитру, и потихонечку прорисовывать вот так. Намечаю форму.
каждый цветочек по очереди, один за одним. Здесь взять цвет. Так, теперь здесь немножко. По структуре немножко напоминает как розы. Лепестки они окружают вокруг. Так. Теперь этот. Берем, набираем цвета, полутона. Теперь здесь. Еще раз повторяю, мы только добавляем. То, что уже наложено, здесь есть уже эти полутона, какие-то формы. Все это остается. Мы только добавляем. Прорисовываем цветом.